Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня у нас посылочка от нашего подписчика из Тулы. Значит, у них сгорел блок управления двигателем от редкой машины, которая называется Лянча. Блок у нас стоит Matronic ME73H4. Сгорел выходной IGBT на катушку, плата на керамике. Вот, менять там нечего. Собственно говоря, можно, конечно, было заморочиться и поставить внешний IGBT. Но прислали два блока для того, чтобы мы их склонировали. Вот эти блоки. Сначала прочитаем вот этот, а затем зальем в донор. Работать будем загрузчиком ИО терминал, его модулем Bosch. Вот карта активации у нас. Вот она. Карта активации, вот написано Bosch. Вставляем ее в прибор. И сейчас давайте подключим прибор наш. Вот. И посмотрим сейчас подключение к блоку. Подключим и на столе будем его читать. Давайте откроем Help IO терминал. Найдем наш блок. Вот он, Fiat Bosch ME73H4. Он ставился на Фиаты, на Лянчи. Нажимаем и давайте посмотрим. Читать его будем в буте. Значит, что здесь мы видим по подключению? У нас 4 питания плюса, колайн. Масса берется непосредственно от блока, от его корпуса. И вот этот 20-й контакт надо законнектить на массу, для того, чтобы блок вошел в бут режим. Давайте сейчас это все соединим. Так, работаем вот с этим разъемом, со стороны лейбла. Так, у нас, значит, первое, это будут питания, давайте повесим, плюсовые. Здесь 49-й контакт, вот начинается, нам нужен 51-й. 49, 50, 51. Так, дальше у нас 33-й, это вот этот контакт. Так, дальше у нас два вот этих контакта. Семнадцатый и 18-й. Так, 17-й и 18-й. Это мы подсоединили плюс. Теперь берем колайн. Вторая нога в этом же разъеме. Вот она. И на массу 20-й вывод уже верхнего разъема мы делаем. Вот берем массу 17, 18, 19, 20. Четвертый с краю. Вот. И на корпус мы сейчас повесим, на сам корпус, тоже массу. Просто возьмем крокодильчик, вот вставим в гнездо массы и закрепим на блоке непосредственно. Вот такая у нас будет масса. Вот мы подключили наш блок к нашей коробочке управления питанием. Подключили ИО терминал. Давайте включим зажигание. Так, нагрузка 0,3 ампера, это нормально. И давайте сейчас попробуем прочитать этот блок. Открываем ИО терминал. Открываем программное обеспечение Bosch.
Так, ищем наш блок. Это Opel, Volvo, Fiat. Вот наш блок ME73H4. Ну и давайте попробуем законнектиться. Все, с блоком он законнектился. Пишет, что функция read-write открыта. Давайте прочитаем сначала флеш. Флеш успешно прочитана. Давайте посмотрим. Memory dump откроем. Вот наша флеш. И давайте сохраним в папку. Мы уже подготовили. Вот написали лянча. Old. Пишем, что это флеш ори. Сохраняем. Теперь нажимаем чтение EEPROM. Вот EEPROM прочитан, показан пробег. Можно здесь его редактировать в этом окошечке. Давайте сохраним теперь EEPROM. Вот он наш EEPROM. Также будет ORI OLD, только мы подпишем EEPROM. И сохраняем папку old. Теперь давайте откроем нашу папку old и посмотрим. Вот наш EEPROM 95080, этот старого блока. Так, и флеш 29F400, 512 килобайт она весит. Вот, пожалуйста, здесь все данные по ней. Нам теперь остается подключить новый блок и уже перелить все туда. Сейчас мы подключили уже новый блок, ну, который с разборки. Так, давайте включим питание, 0,2 ампера нагрузка, и давайте законнектимся. Окошечко это мы очистили, и давайте теперь нажимаем Connect. Загрузчик законнектился с блоком, также нажимаем чтение, Read Flash. Так, чтение закончено. Заходим в Memory Dump и смотрим. Сохраняем его в New. Пишем, что это Flash. Flash Ori New. Вот у нас Flash Ori New, вот она. А это у нас Old. Флеши различаются совсем. Так, теперь нам нужно прочитать EEPROM. EEPROM прочитан, пробег уже, как видите, другой здесь стоит, не как на старом блоке. Ну и сохраняем и наш EEPROM. Вот в эту папочку. Уже здесь будет EEPROM. Сохранить. Так, теперь давайте откроем Flash Old. И нажимаем записать. Идет стирание блоков. И сейчас идет запись.
Запись флеш прошла успешно. Вот он нам написал. И дальше мы открываем EEPROM Ori Old, который, и уже записываем EEPROM. Вот EEPROM так записан быстро. Давайте его прочитаем и посмотрим на пробег, который должен здесь высветиться. У нас старый пробег 228-239. Сейчас при чтении EEPROM такой же пробег должен и высветиться. 228-239. Итак, сегодня мы с вами клонировали блок от автомобиля Lancia Motronic M73H4. Делали это все с помощью IO терминал. Работа выполнена. Выполнена успешно. Всем всего самого наилучшего. Много хороших клиентов, много интересной работы, а самое главное, крепкого здоровья.